Здравствуйте, дорогие участники конкурса Golden Time Talent. Очень рад еще раз с вами участвовать в нашем конкурсе. И я хотел в этот раз, что в этот раз у нас получилось, что очень много участников. Я вижу, что у нас новый уровень. Потому что картинки, которые в этот раз, которые я смотрел, и работа, которую я видел, были, конечно, очень-очень красивые. И для себя было очень тяжело выбрать и сказать, вот эта картинка самая лучшая. Давайте смотрим одна картинка, потому что у нас времени нет, чтобы показать всех. Но это самая, которая была ближе к себе. И хочу, чтобы вы смотрели и оценили со мной. Давайте. Сексорская Анастасия. Конечно, как мы видим, она профессионал, она художница, и она очень-очень делает красивые работы. У нее все details, small details, можно смотреть здесь, в этой картине. Это просто сказка, и в каждом это край, эта картинка можно смотреть и сказка, и конечно, была это из лучших работ, которые я видел, и могу сказать, что, конечно, было мне тяжело выбрать, потому что еще других картинки были такие красивые. Мне приятно, что у нас участники были много в этот раз, побольше. Надеюсь, в следующий раз, что будет еще. Но не количество, а красивые работы. С вами был Анастасия Баргут. Ждем вас в конкурс Golden Time Talent. До свидания.